Пожалуйста, остановите машину, это реальный закон, а мы сейчас позвоним 911. Жесть! Ты это видишь, Настя, здесь круг! Нет, пожалуйста, отпусти нас! Чё творим, про меня зовут Церкви Онис, и просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банди, в самой лучшей банде на ютубе, бандит. Ведь перед ними супер-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банди. Эй, банда, сегодня у нас необычное видео, потому что сегодня я решил подоснять то, как я буду сейчас ехать и забирать зелье из Даркнета. Да, банда, думаю, будет интересно увидеть, как же происходит эта сделка. Что, супер-банда, я заказал Uber, по идее, уже где-то скоро я должен сюда подъехать, не знаю только когда, банда. По идее, банда, уже должен подъезжать к моей улице, видите? Окей, как писалось в приложении Uber, машина должна быть голубая. Не знаю, что за этого получится, но мы ждем Uber, банда. Я реально впервые заказываю Uber, тем более, что сейчас на часах 3 часа ночи. Да, мы додумались, какое время поехать именно по зелье из Даркнета в 3 часа ночи. Окей, супер, банда, и Uber уже где-то на моей улице. И вон едет какая-то машина, получается, это он. Окей, банда, кажется, я уже вижу, как подъезжает наша машина. Вроде бы она голубая, да, Настя? Вроде бы да. Если честно, супер-банд, я впервые еду на Uber, обычно ездил на обычных такси, поэтому для меня это будет первый опыт. Окей, супер-банд, кажется, это наша машина. Посмотрите, это приложение показано, что он сейчас сюда заезжает. Гляньте, банда! Окей, похоже, это наша машина, пошли, Настя. Окей, супер-банд, погоди, а почему нету надписи нигде Uber, ты видишь это? Да. И машина серая, не голубая. Окей, это уже странно, супер-банд, это реально странно. Черт. Привет. Окей, Суприм, вы не против, я буду снимать? Нет. Окей, Суприм, банда, мы сейчас сидим по зелье из Даркнет, это просто жесть. Я, если честно, впервые на Убере езжу. Не волнуйся. Хорошо, все отлично. Окей, Суприм, банда, мы реально идем по зелье из Даркнета, черт, просто жесть, 3 часа ночи идем по зелье, господи, мне все что не укладывается в голове. А еще хотел спросить, а почему машина серая, а не голубая, как говорилось изначально? Какая разница? То есть это нормально, да? Хорошо. О, черт, банда, реально какой-то странный водитель. Похоже, первый опыт на Uber будет реально уже странный, Supreme банда. Окей, банда, мне все еще это не верится. Мы реально сейчас на такси едем по зелье из Даркнета. О, черт, нужно еще раз говорить, чтобы водитель не услышал, что мы реально едем по зелье. Через 150 метров поверните налево. Окей. Все-таки маршрут правильный, банда, так что пока что ничего неплохого нету. Окей, банда, надеюсь, все будет нормально с этим Uber, потому что я обычно слышал странные истории. Мы едем, в принципе, все нормально. О, гляньте, машина еще одна. Окей, супер, банда, едем, пока что все хорошо. Мы реально едем по зелье, банда. А почему мы не повернули налево? Не волнуйся, все нормально. Погодите, разве не нужно было ехать назад? Все хорошо, не волнуйся. Точно все нормально, потому что, ну, обычно мы поворачивали туда, назад, налево. А сейчас мы повернули направо. Развернитесь налево. Все будет хорошо. Вот даже сейчас нужно повернуть. Окей, супер-банда, реально что-то происходит странное. Погодите, я не знаю, но разве мы реально не должны были там повернуть назад, влево? Почему мы вообще сюда едем? Я не знаю, что это за дорога. Здесь какие-то кущи. Черт, мы можем остановить такси, мы хотим выйти. Нет, уже поздно. Почему? О, черт! Опустите нас, пожалуйста, это незаконно. Не волнуйся, все будет хорошо. Черт, это просто жесть, супер-банда, вы это видите? С нами реально происходит что-то странное. Настя, что происходит? Что ты думаешь, что нам нужно делать? Я не знаю, Сереж, мне страшно. Нужно как-то убегать отсюда. Пожалуйста, остановите машину, это реальный закон, а мы сейчас позвоним 911. Никуда ты не позвонишь. Черт, Настя, что делать? Сереж, что нам делать? Я не страшно. Знаю. Черт, банда, я не раз слышал от других блогеров какие-то странные истории про Uber, но чтобы со мной такое случилось, да еще первый раз, когда я сел сюда, это просто жесть. Пожалуйста, ну остановите машину. Ты видишь зеркало? Ты видишь зеркало? Да, я вижу. У него маска клоуна. О, черт, а ведь точно водитель Uber. Да. Погодите, как-то странно, что машина серая, а не голубая, как должно быть. Я сегодня поменял машину. О, черт! Блин, банда, я реально без понятия, что нам делать. Сезель называется поселение из Даркнета, господи. Я реально без понятия, что будет дальше. Возможно, это последнее наше видео, банда. Возможно, вы даже этого никогда в жизни не увидите. Я реально знаю, по какой дороге мы едем, Настя. Здесь одни кусты, господи, супер-банда, я не знаю, что делать. О, черт, посмотрите. Здесь какие-то кошельки лежат, банда. Вы это видите? Черт, банда, вы видите? Вы видите, здесь рядом какие-то кошельки. Господи, он меня чуть ли не запалил, банда, это просто жесть. Господи, банда, похоже, это не Uber, это какой-то маньяк. Черт, вы это видели? Там реально какие-то странные кошельки. О, черт.
Господи! Вы это видите, супербанда, Настя? Здесь какая-то кровь. Здесь реально кровавый след руки. Черт! Господи, это просто жесть! Ты это видишь, Настя, здесь кровь? Господи, банда! Здесь настоящая кровь! Черт, супербанда! О, черт! Это просто жесть, то, что его вернуть назад! Господи, супербанда, я в шоке! Мы реально попали на Uber на какое-то странное такси! Если это вообще такси, банда, это какой-то маньяк! Господи, черт! Я не знаю, что делать дальше! Пожалуйста, я вас прошу, остановите машину! Успокойся! Но мы уже поняли, что вы настоящий водитель! Я дам все, что вам нужно! Ну, раз ты все понял, гони деньги. Окей, да, сейчас. Черт. Все деньги. Я понял. 100 метров. Развернитесь налево. Господи, он не повернет назад, банда. Окей, вот деньги, заберите, пожалуйста. Только, пожалуйста, остановите машину. Там все, реально все деньги. Нет. Что нет? Пожалуйста, мы уже все отдали вам. Что у нас... Этого мало. Но у нас больше ничего нету. Черт. Господи, это просто жесть. Эй, кто-нибудь слышит? О, черт! Поверните налево, пожалуйста, нам реально нужно ехать, у нас важная встреча! Успокойся! Господи, что припады, я в шоке! Куда он вообще нас везет? Я не знаю, здесь вокруг леса! Да тише ты! Почему ты так много говоришь? Черт, банда! Настя, нужно что-то сделать! Нужно у него как-то собрать руль! Да, Сереж, нужно! Черт! Нужно реально что-то сделать, что припада! Окей, черт! Господи, фух, господи, помоги мне, пожалуйста. Окей, эй, отдай руль, останови машину. Убери руки. Нет, пожалуйста, отпусти нас. О, господи, супербанда, у меня ничего не получилось. Банда, я не знаю, что делать дальше. Это реально жесть. О, черт, мы реально куда-то странно ездим. Господи, банда. Господи, Настя, а что там лежит, подсвети. О, господи, Настя, ты это видишь? Да. Черт, банда, там какой-то ножик, пистолет, вы это видите? О, господи, Настя, это реально маньяк. Черт, супербанда, если будем сейчас как-то рыпаться, нас просто убьет. О, господи, это просто жесть. Там реально лежит огромный ножик и огромный ствол, банда. О, черт, господи, банда, там реально ствол. Это просто жесть, вы это видели? Если мы сейчас будем что-то не так говорить или же рыпаться, нас просто убьет. О, черт, супербанда, господи, банда, это просто жесть. Почему уже... ты плачешь? Мне страшно, пожалуйста, остановите машину. Успокойся, говорю. Господи, это реально странный хупер, банда, черт. Господи, супербанда, похоже, это последнее наше видео, банда, это жесть. 80 метров, развернитесь налево. Может, вы все-таки повернете налево, мы уже вам дали деньги, отпустите нас, мы никому ничего не скажем. Успокойся, все будет хорошо. Господи, это просто жесть, супербанда, мне реально страшно для всего. Господи, там кто-то едет, там едет какая-то машина. Нужно их как-то позвать на помощь, банда, там реально едет машина, банда. Это наш единственный шанс. Господи, а мы можем открыть окно, пожалуйста, мне нечем дышать. Нет. Господи, надеюсь, они меня так услышат, там просто поле, банда. Она уже подъезжает, вы это видите? Она уже здесь, банда. Эй, пожалуйста, эй, вы меня слышите? Нет, а ну! Господи. Тише ты, успокойся. Остановитесь! Черт. Успокойся. Господи, это просто жесть, супербанда. Я не знаю, что вообще происходит, куда мы вообще едем. Господи, господи, банда, посмотри, часа уже 3:20. Уже почти 3:45. Господи, супербанда, мы все еще куда-то едем. Это так страшно, банда. Пожалуйста, остановите машину, я вас очень прошу. Нам уже реально не смешно. Пожалуйста, дайте мы выйдем, мы никому не скажем, мне же сейчас позвоним. Господи, это не супербанда. Черт, господи, нет, пожалуйста, только не стреляйте, вас очень прошу. Мы мирные, пожалуйста, мы никому не скажем. О, черт, супербанда, вы это видите? Настя, о, господи, Настя, она потерялась. Не сходи с машины, я сказал. О, черт, я понял. О, господи, банда, вы это видели? У него реально маска, господи. Машины. Я выхожу, о, черт, я выхожу, выхожу. О, черт, это просто жесть. Я понял, окей, я залажу, все, 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 все. Окей, супербанда, вы это видите? О, господи, он меня закрыл в багажнике, банда. О, черт, супербанда, вы это видели? Настя потеряла сознание. О, господи, банда, я реально в шоке, черт, что здесь? О, господи, здесь, о, черт, он куда-то едет, банда. Это просто жесть, меня жестко жесть носит. О, черт, банда, это просто жесть. Я реально в багажнике этого машины. О, черт, здесь какой-то странный багажник. О, господи, что здесь есть? О, сейчас хорошо, что я хотя бы фонарик выхватил. Просто одно колесо, банда. Это просто жесть, супербанда. Я не знаю, что делать дальше. Мне реально это уже страшно. Черт, о, господи. Окей, банда, нужно как-то попытаться отсюда выбраться. Черт, это просто жесть. Господи, окей, что у нас здесь? А, здесь можно как-то открыть. Я помню, меня учил как-то отец. О, господи, как же его... Посмотрите, здесь что-то есть, банда, я могу как-то открыть. О, черт, банда, я реально могу открыть это. О, черт, банда, окей, я как-то пробую сейчас открыть это. Давай же, ну же. О, господи, банда, о, черт, вы
Это, видите, суприбанда! Мы просто идем по дороге! Это просто жесть! Вы посмотрите на это! Господи! Какая здесь скорость! О, черт! Нужно просто как-то это закрыть! Господи, вы это видели? Вы видели, на какой скорости мы ехали, банда? Я бы иначе просто убился! Это просто жесть! О, черт! Это реально страшно, банда, господи! Я не знаю, что делать дальше! На часах банда 3 часа ночи меня куда-то везут! Это просто жесть, господи! Я не знаю, что делать дальше! Он хоть когда-то остановит эту машину, он же должен хоть когда-то приехать! Здесь реально ничего нету, банда, просто посмотрите! Я просто вот лежу! О, черт! Это просто жесть! Нужно что-то придумать, банда, срочно нужно что-то придумать. О, черт, посмотрите, мы почему-то остановились. Видите, лампочка горит. Это значит, что мы... он где-то выходил. Вы это слышали, суприбанда? Он только что выходил из машины. О, черт, надеюсь, Настя там еще живо, хоть бы ее не выбросил. О, черт, суприбанда. Он реально только что остановил машину и куда-то выходил. Надеюсь, я не выбросил Настю. О, господи, это просто жесть, суприбанда. Эй! О, господи, пожалуйста, ну отпусти нас. Я тебя прошу, пожалуйста, отпусти. Хоть бы он от Насти не избавился, банда. О, господи, о, черт. Это просто жесть, суприбанда. Посмотрите, он вышел из машины, банда. Господи, я понял, я выхожу, выхожу, все. Черт, я выхожу, все нормально. О, господи, только и стрелять. Ты стучишь, быстро в машину. Окей, я понял. Черт. Настя! Сережа! Настя, ты все еще здесь, господи! Черт, что он с тобой делал? Ничего, я просто очнулась и все! Господи, я думал, а почему он останавливался? Я думал, он тебя выбросил! Ничего, я просто очнулась и все! Слава богу, что он с тобой ничего не делал! О, черт, суприбан, это просто жесть! Он меня все-таки вытащил с багажника, вы видели? У него реально огромный пистолет, он бы мог меня просто запросто убить, это просто жесть, банда! Черт, куда мы сейчас едем? Пожалуйста, остановите машину! Говорю. Господи, банда, это просто жесть. Я реально уже не знаю, что нам делать. На часах уже 3:40, банда. Реально уже время выходить отсюда, господи. Эй, так вы остановите машину или нет? Нет, успокойся. Ой, черт, Настя, держи, нужно что-то придумать. Черт, нужно что-то найти быстрее. Телефон. Настя, есть наушники. Придушить его. Это реально шанс, Настя. Черт. Через... Господи, выходи быстрее, Настя! Быстрее, выходи! О, черт! Господи, уходим, Настя! Это просто жесть, суприбанда, вы это видели? Мы его только что вырубили, господи! Убегаем быстрее! О, господи, суприбанда, это просто жесть! О, господи, ты это видишь? Он просто там стоит, Настя! Быстрее, убегаем! Черт, суприбанда, это просто жесть! Обязательно поставьте лайк этому видео, давайте это видео наберем 10 тысяч лайков! О, черт, я сам даже не знал, что я сниму такое видео, банда! Черт, он все еще там стоит, но без сознания! Черт, здесь какой-то поселок, Настя! Господи, где мы вообще? Господи! Мы выбрались! Да. Окей, банда, я вырубаю поток. Смотрите, самое ужасное на всем видео. Погнали!